Смоленск. Древняя крепостная стена. Здесь похоронены воины. 230 смолян удостоены звания Героя Советского Союза. Среди них 17-летний Володя Куриленко. В декабре 1941 года вся семья Куриленко пришла в партизанский отряд. 5 вражеских эшелонов и более 1000 гитлеровцев на счету юного партизана. Почетное право открыть памятник предоставляется бывшему командиру партизанского отряда Ивану Романовичу Шлопакову и секретарю горкома комсомола Александру Павлову. Он славно жил и славно умер. На великой тризне попавшим братьям мы еще вспомним. Вспомним тебя, Володя Куриленко, писал еще в годы войны Леонид Леонов. Так встретились ровесники, комсомольцы 40-х с юностью 60-х годов.